поздравляем! 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 Давай, давай, дуй! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Петик! С днем рождения тебя! Очень как не важно. Мы любим тебя. Спасибо. Давай, молодая ты наша шикарная. Не стареет в бою ветеран. Там, обнимашь. Спасибо, спасибо. Я поощрена вообще сегодня. Так неожиданно все. Спасибо большое. Кто остался? Дорогие друзья, Софет сегодня день рождения. Многие Софет знакомы. Но она такая труженица, не перестает работать. И мы все друзья приехали ее поздравить. Поздравить. Наша любимая Софет. И она нас угостила тортиками, которые приготовила Елена. Да. Это были очень вкусные тортики. Но у Елены пироги, да, у Елены очень интересная история. Они приехали из Новосибирска на машине в Махмутлар на зимовку. Расскажите чуть-чуть подробнее, как вообще возникла эта идея? Родилась такая идея. Мы очень любим путешествовать, очень любим быть независимыми. И поэтому решили, чтобы не брать в аренду здесь машину, мы решили просто приехать сюда на своей машине. Проделали мы путь 6 тысяч километров. 6 тысяч? Да, за 8 дней, 7 ночей. Путешествие было очень интересное. И сейчас мы уже решаем, что мы назад и обратно тоже поедем на машине. Хотя хотели оставлять ее здесь на 2 года. Но так нам понравилось это путешествие, что мы и вернемся опять на машине в апреле месяце, в конце апреля. А на сколько вы приехали, когда? На полгода. Мы приехали в начале октября. А мы ехали через Грузию. Почему это получилось в начале октября? Чтобы проехать все перевалы без снега. Без снега. Да, поэтому вот мы в начале октября, 1 октября мы въехали на территорию Турции. 1 октября, да. Проехали всю Грузию, красоту Казбека, любовались красотою. Ну, было очень много. А вы говорите, вы много путешествуете на машине? Здесь по Турции. А, по Турции. А на машине первый раз вы проделали такой большой путь? Да, это первое, да, это наше первое путешествие. И столь длинное. 8 дней? 7 ночей. 7 ночей. То есть, получается, вы день ехали, ночью? Да, ночью мы останавливались. У нас уже заранее была рассчитана и просчитана вся дорога. Максимальное расстояние мы проделывали в день от 1000 километров. А минимальное где-то, ну, 650-700 километров. То есть мы разбили всю нашу дорогу на части и уже знали, в каких городах мы будем останавливаться, и заранее намечали по карте гостиницы, в которых нам удобно будет останавливаться. А вот в Турцию где заехали? Со стороны Батуми? Нет, не со стороны Батуми. Мы как раз заехали самая экстремальная дорога, которую все перевалы собрали мы. Самые такие сложные. Ну вот со стороны, я так понимаю, Эрзурума. Эрзурума, с той стороны. Сложных людей не ищем. Самый главный вопрос, как вам Алания в декабре? Я тут вам жаловалась, что холодно. Великолепно. Холодно. Если сравнивать с нашей Сибирью, с Новосибирском, то нам здесь очень комфортно и нам очень нравится. То есть в апреле вы, получается, обратно да, уже? Да, в апреле уже назад. Вот видите, друзья, со сколькими людьми я не встречаюсь, у всех настолько разные истории. Кто норвежцы есть, которые на велосипеде с Норвегии. С Норвегии до... Вот и Айханчик. С Норвегии до Махмутлара. Кто с Москвы, кто откуда. В общем, нет предела... Да, нет предела совершенству, путешествиям. Самое главное – иметь желание. Да. Еще таких экстремалов мы очень много встречали на протяжении всей дороги. А в Грузии, когда мы остановились в частном отеле маленьком, и уже уставшие присели вечером на свой балкончик, уютный дом был с приятными хозяевами.
и услышали рев мотоцикла под балконом, а подъезжающие ребята спрашивали у хозяев наличие свободных мест. А хозяин дружелюбно ответил, что в принципе свободные места есть, мы там одни были посетители этого отеля. И он у них спрашивает, нам это было слышно, ребята, а вы откуда на мотоцикле? Они говорят, да из Новосибирска. Вот где могут встретиться, да, земляки, это только в Грузии в маленьком, ну да. В маленьком отеле ребята путешествовали уже тоже месяц, побывали в Крыму и в Сочи, и вот забрели на этот маленький отель, на мотоцикле, вдвоем, парень с девушкой, так что мы это не самые большие экстремалы. Нет, на самом деле, вот когда путешествуешь, столько интересных людей встречаешь, и просто поражаешься, у всех настолько разные истории. И вот самое интересное, что когда ты оказываешься либо в отеле, либо в поезде, вот именно в этом месте, очень интересно. Поэтому, друзья, обязательно путешествуйте. Это настолько открывает мир. Это... А еще, если есть возможность, путешествуйте на машине. Это вдвойне интереснее и необычно, достаточно необычно. Просто уже испытав это, я точно могу об этом сказать, что это здорово. Да, еще Елена печет очень вкусные пироги. Приглашаю всех в пироги. Да. В кафе «Афет». А, кстати, как вы с «Афет» познакомились? Да, это тоже давняя история. Это буквально в первый день пребывания. Наше знакомство было с первого дня пребывания нашего. Название было. То есть дружим. Очень любим ее всей семьей. Мой муж. Главный водитель. Спасибо большое за вашу историю. Несмотря на то, что у «Афет» день рождения, она вся в работе и готовит нам очень вкусные. О, ребята, вкуснее этих дюрюмов нет ничего на свете. Все должно быть очень много, насыщенно. Очень много, да. И прям... А сегодня особенно с большой любовью все готовится. И самое главное — соуса. Мне побольше соуса. Это моя любимая тема — соусы. Начинаем. Так. Майонез у нас самый-самый, кетчуп у нас самый-самый и... Самый вкусный соус для салата, да. Если вы хотите приобрести вкусный соус, вот этот соус Комогены, я не знаю, как он называется. Как он называется? Бургер-соус. Да, бургер-соус. Для салатов, для всего лучше просто нет. Шаурма. Знаете, что мне напомнило? В Сингапуре есть один дядечка, который получил звезду Мишлен за то, что он готовил где-то на улице. И вот я подумала, «Афет» нужно дать звезду Мишлен за самый лучший, за самую вкусную шаурму в Турции, это точно. Из Алании, из Конаклы, да. Приезжает за этими дюрюмами. Представляете? Ну. Сейчас будем готовить вегетарианские дюрюмы. А в чем их особенность? Очень много зелени. Очень много зелени. Много овощей. Это получается чикёфты дюрюм? Да, чикёфты дюрюм. Но очень много зелени. Вот так вот готовят дюрюмы настоящие профи. Сколько грамм на каждый дюрюм получается чикёфты? От 90 до 175 грамм. Они разные. Ага. Мы сейчас делаем второй размер. Есть мега. Несколько видов. Есть дюрюм, есть мега-дюрюм, угу. Ультра-мега-дюрюм и двойной дюрюм. Да. Вегетарианский новое дюрюм. Новое поколение уже первый размер не кушает. Ага, я не кушаю, да? Нет. Мега-дюрюм, ультра-мега. Но мега они большие, их хватает. Хватает. Сейчас просто увидите, какого размера будет после всего то, что мы туда будем добавлять. Вот, ребята, кто спрашивал про вегетарианскую еду, самый лучший пример вегетарианского блюда – это чикёфты, да. С большим количеством. Да. Что там, салат? Состав. Булгур. 21 специя, орех, миндаль и фундук. Все натуральное, без всяких добавок. Маша, лапу,
такая. Много зелени. Уне? Вегетариан дюрюм. Вегетариан. А, вы готовите для них особую... Да, особую. Ага, а нарезаете специально для них да, специально для овощи. А где вы вынут от нас? Вегетарианарию, у них особых соусов нет. Острый, так как острый не кушает. Угу. У них гранатовый соус и бургер соус, самый вкусный соус в мире. Красота. Все, вегетарианский дюрюм мы готовы. Готовы, да. Сейчас за ними приедут. Тоже замечательные люди, которые живут в Мухмутларе и очень любят Мухмутлар. Посмотрите на толщину этих дюрюмов. Да. После того, как мы едим дюрюмы у Афет и потом покупаем где-то в другом месте, те дюрюмы, мне кажется, просто миллиметровыми. Они просто... Они маленькие. И знаете, что самое смешное, что я начинаю возмущаться и говорит, ребят, почему у вас такие дюрюмы маленькие? Говорит, это стандарт. Я говорю, нет, это не стандарт. Да, надо больше любви. А теперь они становятся большими. Даже для таких больших дюрюмов у меня специальные пакеты. Пакеты, потому что для нормальных очень маленькие. Супер. Освободилась. Рассказывайте, как ваш день проходит? Как день проходит? Я даже не знаю, как он. Уже вечер, когда это было, когда утро настало. С 12 ночи вечера, как начали звонки, потому что со всего мира звонят. И там, видимо, время разное. У нас ночью, у них день. Очень насыщенное. Поздравляем Афет с днем рождения. Спасибо огромное. Желаем самое главное – здоровья. Все остальное приложится. Да. Самое главное. Очень счастливая сегодня, полна энергии, как и всегда, но сегодня особенно. И усталость есть, но она такая приятная. Не хочу, чтобы этот день заканчивался. Очень-очень хороший день. Спасибо всем друзьям, все близкие здесь. Клиенты, которые стали уже друзьями, они с утра все приходят и уходят, поздравляют. Очень много подарков, очень-очень столько картин у меня. Мне нужно, наверное, совсем отдельная комната для этих картин. Mm-hmm. Их очень много, еще много подарков, которые я не насмотрела. Всем огромное спасибо. Вам спасибо, что всегда нас принимаете. Самое главное, тепло и вкусно. Всем на здоровье. Что еще нужно? Что еще надо в этом году? Всех с наступающим. Да, с наступающим Новым годом. Всем желаю счастья, здоровья, успехов. Чтобы самый хороший год был, это 2019 год. И дальнейшие годы у всех, чтобы он был очень приятный и очень хороший. Обязательно приезжайте в Аланию, конечно же. Обязательно. Всех ждем. Не только ко мне, вообще в Аланию приезжайте. А если уже здесь, я надеюсь, что зайдете и ко мне. Да, обязательно всех заходите. Всех любим, да, да. Никого не разделяем, всех любим. У нас сердце широкое и места очень много для всех. Приезжайте. Айхан расскажет нам про шалгам. Айхан, шалгам вкусно? Очень вкусно. Вкусно? А чекёрты вкусно? Чекёрты вкусно. Тавук-дюрюм вкусно. Шаурма вкусно? Тавук-дюрюм вкусно. Вообще вкусно. Все вкусно? Очень вкусно. С вами прощаемся. Спасибо большое за гостеприимство. Придем еще. Желаем всем всего самого хорошего в следующем году. Ну и вообще по жизни, да? Конечно, да. Вам спасибо, что зашли. Всегда буду рада видеть вас. Да, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, приезжайте в Аланию, приходите в кафе. И всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.